Единый день голосования подходит к концу. До финиша осталось 3 часа. Основная масса избирателей уже отдали свой голос за кандидатов. В информационном центре Краизбиркома готовы подвести итоги явки к этому часу. Сейчас там находится наш корреспондент Николай Тихонов. Он с нами на связи. Николай, добрый вечер. Расскажите о последних данных. Здравствуйте, Анастасия. Единый день голосования в Алтайском крае продолжается. До закрытия избирательных участков остается 3 часа. И те, кто не успел прийти и проголосовать, еще могут это сделать. Ну а о контрольной явке на 15 часов прямо сейчас нам расскажет председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. Ирина Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, с какими результатами мы подошли к третьей контрольной точке? Мы видим, что избиратели Алтайского края все больше и больше приходят на избирательные участки. Это подтверждают цифры. И по данным, введенным в систему ГАЗ-выборы, на повторных выборах депутата Алтайского краевого законодательного собрания по 10-му одномандатному избирательному округу, а напомню, что на этом округе голосуют жители Павловского и Ребрихинского района, явка составляет практически 24%, если быть точным, 23,95% по состоянию на 15.00. Более активная на избирательном участке идут жители Павловского района, да он и больше по численности избирателей, но немногим меньше активность буквально в пределах процента на территории Ребрихинского района. Вот интересная закономерность наблюдается в городах Барнаул, Бийск, например, Заринск, Алтайск, Рубцовск. Уже практически все идут к 15.00, ближе к 15%, да, явки избирателей. То есть, наверное, одно из активного времени для воскресенья наступает, жители приходят на избирательные участки. Конечно, в сельских районах Алтайского края активность избирателей выше. И у нас, например, в нескольких районах, это, например, Алейский или Ключевский район, явка избирателей по состоянию на 15.00 превысила уже 30%. А вот практически в 24 районах, то есть более чем половина районов, участвующих в выборах, явка уже тоже перевалила за 20%, и уже где-то 24, 23, там 25 и так далее. Ну, здесь в этой группе Алтайский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский и многие другие районы Алтайского края. А к настоящему времени каких-либо жалоб, обращений или сложных ситуаций в работе избирательных комиссий практически не возникает. Все вопросы находятся на контроле. Ирина Леонидовна, вот в некоторых СМИ появилась информация, что на одном из участков отменили результаты досрочного голосования. Вот так ли это или нет? Нет, это совершенно не так. На самом деле на одном из участков в городе Барнауле произошла ситуация, ну, на мой взгляд, совершенно штатная. При организации работы участковой избирательной комиссии в начале дня голосования, вскрытие конвертов, в которых хранятся бюллетени досрочно проголосовавших лиц, было выявлено, что 44 избирательных бюллетеня, 22 для голосования по одномандатному избирательному округу и 22 для голосования по муниципальному избирательному округу по политическим партиям, не имели печати участковой избирательной комиссии, которая проставляется в верхнем правом углу, а в данном случае это избирательный участок, который работает с комплексом обработки избирательных бюллетеней, это печати, которая такая прямоугольная еще, да, которая в дальнейшем, отсутствие которой в дальнейшем и не позволяет использовать такие бюллетени, опустить эти бюллетени в КАИБ. Поэтому закон предусматривает процедуру признания таких бюллетеней бюллетенями неустановленной формы, что в соответствии с действующим законодательством избирательная комиссия и сделала, и они уже не будут учитываться при определении общего волеизъявления избирателей. Все же остальные бюллетени досрочно проголосовавших, которые содержали печати участковой избирательной комиссии, полностью соответствовали необходимым формам, они были надлежащим образом опущены и приняты комплексом обработки избирательных бюллетеней и будут учтены при подведении итогов голосования. Ну что ж, Ирина Леонидовна, спасибо вам большое. Мне остается добавить, что те избиратели, у которых возникают вопросы по прохождению единого дня голосования в Алтайском крае, они могут обратиться на телефон горячей линии по телефону 36 30 62 и задать все интересующие вопросы. Анастасия, вам слово.